Итак, видео. Здесь у нас простой блок питания. Здесь блок питания от телефона Redmi Note 10 Pro. Итак, включаем. Включаем. Нажимаем. Еще раз. Не включается. Не хватает напряжения. Вытаскиваем из этого блока, включаем блок более мощный. Включили. И раз. Все пошло, все работает. Дует. Сейчас покажу на бумажке. Вот бумажка прям вся поднимается. Все.